На новогодних каникулах число любителей покататься оказалось больше, чем может вместить горный кластер. Только 3 и 4 января приехало 43 тысячи туристов, при возможности комфортного размещения в 20 тысяч. Примерно 60% россиян, обычно отдыхавших зимой в других странах, в этом году облюбовали сочинские горнолыжные склоны. Конечно, мы должны думать сегодня уже о расширении курортов, о привлечении уже новых склонов в этот горно-туристический кластер. Мы видим по опыту европейских курортов, они на этом зарабатывают огромные капиталы. И миллионы российских туристов уезжают из страны и оставляют там средства, значит, налоговую базу, значит, создают предпосылки для развития бизнеса, только европейского. И созданием этого курорта, благодаря, конечно, Олимпиаде, Олимпийскому проекту, мы, безусловно, разворачиваем ситуацию вспять. И у нас есть все шансы, чтобы российский турист раз и навсегда остался в России в зимнее время года. Всего сочинские склоны за новогодние каникулы посетило больше 180 тысяч человек. В планах создать горнолыжный курорт мирового уровня с высочайшим сервисом, но с доступными ценами, которые за сезон посещало бы как минимум миллион человек.